Юлия Самойлова, «Не отрекаются, любя». Хочу, чтобы ко мне относились так же спокойно, не замечая абсолютно, что я там какая-то не такая или что-то не так. Правильно был задан тон сотрудничества с Юлией с самого начала и с ее стороны. Она сказала, я прошу никаких поблажек. Я претендентка на участие в шоу тогда еще. Сейчас она одна из конкурсанток. Я уверен, что у нее есть все данные. Образ должен быть не до конца раскрытый, чтобы у зрителя оставалось загадкой, какая я на самом деле. Юлия Самойлова. Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь. Совсем внезапно не отрекаются любя, а ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда ты вспомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно. И так захочешь теплоты, не полюбившийся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек. У автомата вот так захочешь теплоты. За это можно все отдать. И до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать. Весь день отходя от двери, за это можно все спасибо. Это больше, чем песня, больше, чем музыка, то, что происходит на сцене. Спасибо большое. Я на отборе встала вместе со всеми, аплодировала вам. Сегодня я ждала нечто подобного. Мне показалось, что вы переволновались. Правда, чувствовалось это? Я видела это по рукам. И я точно знаю, что вы можете гораздо лучше, и я буду этого ждать. Переволновалась, правда, переволновалась. И действительно может лучше, и эту песню может спеть лучше, и на репетиции было лучше. А из-за того, что ты начала волноваться, ты стала цепляться за какие-то такие островки, может быть, не совсем правильные. Но в то же самое время я... абсолютно доволен, ты молодец, ты спел эту песню хорошо. Вот так вот, чтобы там уже докапываться до мух, понятное дело, можно. Но спасибо, отлично, молодец, я горжусь. Сколько я слышала исполнение этой песни, ну ни разу мне вот, не тронуло меня. И, честно говоря, и сейчас тоже не тронуло. Вот. Почему? Я-то знаю почему. И ты знаешь почему. Потому что времени мало, а надо донести. Начала – да. А потом опять поехала там думать о нотах. Когда ты перестанешь думать,
о том, как ты это делаешь, а оно само пойдет от души, у тебя все получится. Молодец. Спасибо большое. Юля, с огромным чувством ты спела эту песню. И я знаю, что тебя поддерживает очень много людей и в зале, и по ту сторону экрана. Это правда? Да, так оно и есть. Меня поддерживает моя семья, моя любимая мамулечка, мой папа. И я думаю, вся Ухта. А еще кто? А кто вот тот молодой человек в зале, который больше всего за тебя переживает? Да, кстати, здесь еще есть наш друг. Наш или ваш? Наш. Мой и друг моего парня. Так. Александр его зовут. Александр. Он специально приехал сюда из Питера, чтобы посмотреть, поддержать. А тебе понравилось исполнение Юли? Ну, Юлия действительно может лучше. Юля может лучше, сказал Леша. Аплодисменты Юлии Самойловой.